Приехал на объект Заозерное, вот, чтобы показать, что сделано и что будет делаться еще. Сегодня погодка ветреная, так что извините, что может быть звук будет немножко такой ветреный, да? Вот, поэтому не буду долго вам тут сейчас что-то говорить. Так, пойдемте сразу и на каждый уровень крыши поднимемся, посмотрим, вот, и что еще здесь предстоит. Давайте начнем отсюда. Вот сейчас стропильная система делается, тоже радиусная. Вот, готовится. Эта собачка лает, а? Какая злая. Вот, сейчас тут будет мембрана. Да уже успокойся ты, ну. Будут мембрана, контрабрус, обрешетка. Вот. Должны закончить к 10 числу. Но что-то меня терзает смутные сомнения. Вот. По поводу того, что они успеют. Сейчас у Володи спросим, успеет он, не успеет, 10 числа. Ох, ветер. Володь, ну скажи людям, успеешь 10 числа? Конечно. Конечно. Я могу подвести товарища. Правильно. Понятно. Так, ну и пойдемте. Пойдемте на кровлю. Так, забрались мы на кровлю, показать, что здесь сделано. Листья не убраны. Вот, значит, здесь еще будет подшиваться доской все. Вот, будет здесь подшиваться доской. Как я говорил, вон там сделана отсечка от воды. Вот, чтобы вода туда бежала и упиралась в эту отсечку. Сюда по картине и в желоб. Вот. Сейчас пойду на ту сторону, там покажу тоже все. И уже заберемся на кровлю. Так, и мы на другом крыле. Если то крыло у нас по фронтону прямое, то, как видите, здесь оно косое. Вот. Кстати, вот фронтоны у нас сделаны. Здесь силовая планка внутри. На предыдущих роликах вы видели. Вот. И вот такими элементами сантиметров по 60, вот, уже сделано, то есть ее уже болтать не будет на ветру. Далее, если заметите, у нас
идет фальц по краю фронтона, да, дополнительно. Вот. Для чего мы это сделали? Чтобы можно было картинами довести вот примерно в то же место, где у нас вся стоячий фальц находится, но тогда бы снег и вода, которая сверху сходила, упиралась бы во фронтонный элемент, что не очень хорошо, то есть вот сюда бы упиралась. Вот. А так мы поставили силовую планку вовнутрь этого фальца, чтобы снегом не смогло ее заложить. Вот. И зафальцевали на двойной фальц. Получается, что у нас вода, снег сходит, упирается, и по этому фальцу здесь заложено, сходит вниз, в желоб. Вот. Кстати, внутри он там тоже все сделано. Здесь будет доска набираться елочкой. Вот. Она подведется примерно до фронтона, ну, сантиметра 3-4. Вот. И получается, когда вода, которая будет литься на фронтон, она не будет мочить доску. Вот. Она еще будет до доски, будет еще сантиметра 3-4. Вот. Ну и что, пойдемте на крышу, посмотрим, как оно. Давайте камеру не буду выключать. Все одним кадром снимем. Немножко. О, залезли. Ну вот, смотрим. Снегозадержание. Оримы, кронштейны стоят в каждый фальц. Вот. А, по-хорошему, не знаю, может быть, еще стоит ряд положить в центре ската, вот сюда, да, так вот. Ну, эту зиму посмотрим, вот, а как она себя поведет, это вот снегодержание. И если надо будет дополнительно, скажем, заказчику, и может быть, сюда еще поставим один дополнительный ряд. Вот. Про трубы я уже показывал, обход трубы как сделанный. То есть сзади стоит разуклонка, еще называют ледоруб, вот, чтобы вода не скапливалась. Здесь можно было сделать, ну, по-разному, то есть ледоруб, вот, потом можно было здесь прервать фальц, да, вот, и на стоячий еще можно с разуклонкой поставить стоячий фальц. Ну вот, здесь решили сделать так. Вот. Здесь я уже показывал. Вот она, разуклонка. Отсечка стоит. Вот. А внизу стоит ряд снегозадержаний. И здесь стоит ряд снегозадержаний. Вот. С того края вроде все понятно. Конек. Вентилируемый конек. Опилки еще осталось, но это все смоется, ветром сдуется. Вот, пойдемте на ту сторону. Ох, здесь какой ветер. Здесь то же самое, аналогично тому с весу. Единственное, что на этом скате одна труба. Ну, сделано по такой же технике. С ледорубом, с фальцем до конца. Вот, еще здесь пока прикрыто вот мембраной, потом здесь еще будут колпаки вот стоять, но это следующие работы и, возможно, на следующий год. Вот, пока ориентировочно не знаем. Ну, здесь то же самое, что и на том скате. Вот. Вон гараж делается, тоже радиусный. И, скорее всего, на этом гараже картины будем катать на станке РБМ, который специально делает радиусные картины. Вот. И сейчас мы пойдем посмотрим козырек. Вот. И спустимся вот на этот скат.
нижний. Я вам покажу работу отсечки. Там стоят их две. Вот. Воду туда канистру уже принес. Поэтому пойдемте посмотрим. Кстати, отвечу на вопрос подписчика с ником Хоп, вот, который называет Мальц Фастер по поводу жёлоба, да? То есть у нас получается, что снег, который будет сходить, ну, через снегозадержание, возможно, внизу, да, он будет проходить вот так вот, он обычно закругляет, но в жёлоб сам не попадает. Вообще по инструкции надо приложить, получается, ну, линейку, да, вот, и от уровня этой линейки до жёлоба, ну, примерно 2 сантиметра должно быть, вот. Ну, здесь чуть больше мы сделали, вот, не критично, вода спокойно сюда попадает, даже при хорошем дожде. Вот такой нюанс. То есть, есть у жёлоба вюльст, называется так, этот круглая, вот, и есть задняя стенка. Так вот, когда вы ставите крюки, надо, чтобы жёлоб, когда лег, у него вот эта вот часть была ниже вот этой части. Вот, ну, если уровень поставить, чтобы перелив был в эту сторону. Почему? Потому что, если, допустим, забьются воронки листвой, там, да, с иголками, и вовремя не обслужат, и жёлоб начнет наполняться, скажем так, да? Вот, то когда будет уже вода поднимется до самого края, чтобы она выливалась в эту сторону, то есть жёлоба, а не сюда. Если вы поставите жёлоб наоборот сюда, то у вас перелив в эту сторону. И когда вода будет переливаться, и у вас, допустим, здесь лобовая доска прямая, то возможно, что будет заливать вашу лобовую доску. Вот, вот такой вот нюанс. Ну, если что, то есть телефон мой, пишите WhatsApp, вот, я отвечу на вопросы какие-то. Так, вот наш козырек. Здесь ни коньков, ничего такого нету. Вот. Единственное, здесь надо будет, наверное, доставить еще по держателю. Вот. И все. И загерметизировать здесь примыкание, потому что здесь из-за структуры дерева есть вот такие вот пазы. Вот у нас герметик-то он находится внутри, вот здесь вот, вот, а здесь вот эти надо пазы еще загерметизировать. Вот крайняя картина сделана на бантовую складку, вот, то есть это не соединение элементов один за одной, это когда металл перекручивается так вот и делается примыкание и сюда, и она получается в этих местах возле примыкания она немножко растягивается, вот, и примыкание делается таким образом. Можно двойной фальц элемент соединить, можно сделать бантовой складкой. Вот, вот как-то так здесь. И пойдемте на другой уже скат. Так, и вот мы поднялись наверх. Вот этот примыкание я уже показывал в ролике про конек и про предстенный продух. Вот здесь тоже стоит снегозадержание, естественно. Вот, и здесь в этом месте сделана тоже отсечка, но двойная. Почему? Потому что у нас с верхнего ската, видите, идет труба, и то есть, естественно, весь напор воды будет литься туда. И в избежание того, чтобы этот поток не переливал жёлоб, сделана отсечка. Я тут принес вам канистру воды. Давайте посмотрим, как работает это все. Она немножко тормозит. Давайте еще нальем, желательно в середину,
чтобы хорошенечко. Ну, такого потока, конечно же, не будет, как с канистрой. Но все равно хотелось бы, чтобы всю картину замочило. Как видите, все равно даже при таком потоке ничего страшного не происходит. Так, еще здесь намочим. Видите, какой поток. Все нормально. И сейчас остатки воды уже выльем. Так, чтобы посильнее. Что прям вот так вот лилось. И пойдемте быстренько смотреть. Вот оно. Весь поток не перелетает. Вот. А идет прямо в желоб. То есть мы просто глушим, получается, напор воды. Вот так вот. Вот такой вот получается такая отсечка. Ну все, сейчас пойдем на таком ветре немножко полетаем и снимем кровлю сверху. I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down. I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down.